Итак, как же добавить номер в черный список, если у тебя iPhone? На самом деле очень просто. Мы переходим в настройки, находим здесь пункт «Телефон» и опускаемся вниз до пункта «Заблокированные контакты» и нажимаем «Добавить новый», и он выдвинет именно записную книжку. То есть он не позволит вам добавить номер, если он у вас не записан в контактную книгу. Поэтому вам придется это сделать. В принципе, все. Нажимаем «Добавить новый», выбираем из списка контактов и подтверждаем номер в черном списке. Если инструкция была полезна, не забудь оставить лайк. Пока!